Еще один герой матча – Александр Снежко. Саша, с победой. Наверное, замерз после серии, после матчевых пенальти. У нас здесь было очень жарко. Какие ощущения вот после игры, после того, как осознаете, что вы в 1/4 финала Кубка Украины? Если честно, спасибо за поздравления. Если честно, еще осознание не пришло. Просто эмоции, какие бурлили во время матча, сложно еще поверить. Да, мы, конечно, настраивались на эту победу. Мы отдавали все силы, готовились целенаправленно. Но еще не до конца пришло осознание. И с нетерпением будем ждать следующего соперника. Сейчас уже можно говорить, но многие все-таки ставили, понятное дело, на фаворита. Что говорил Дмитрий Михаленко? Может быть, Валерий Города? Вот люди, которые имеют опыт серьезной борьбы, особенно в кубках, как вас настраивали? Потому что вы не стояли в обороне, вы искали свои шансы, когда был момент. Что говорили перед матчем? Как, вот, просто любопытно, что говорят тренеры, когда вы ходите против команды премьер-лиги? Потому что это для вас первый опыт все-таки. Да, согласен, первый опыт, но у нас не было такой, даже речи не было о том, что вот выходите как на последний бой. Нет, это не последний бой, это соперник, который просто немного превосходит классом, или кто как скажет, кто скажет много, превосходит классом те команды, с которыми мы играли, вот и все.